Вот мы перед перерывом начали говорить о врагах Украины и друзьях Украины. Президент Порошенко теперь, он сейчас еще действующий президент, ему предстоит этот закон о языке либо подписать, либо отклонить. Как вы думаете, какое решение он должен сделать и как это решение повлияет на его президент, на его президентство вообще? Я думаю, что он этот закон подпишет, потому что он сегодня думает уже о парламентской кампании, и поскольку он хочет взять голоса, он ориентируется сегодня на часть тех, кто с большой радостью воспринял появление этого закона, то он его подпишет для того, чтобы закрепить эти голоса за собой на будущей предстоящей парламентской кампании.